Мэра уральского поселка лишили водительских прав за наезд на журналиста. Нижнесергинский районный суд признал виновным в ДТП главу администрации поселка Атик Владимира Морозова. За руль чиновник не сможет сесть 1 год и 2 месяца. Напомню, в декабре прошлого года местный журналист Максим Румянцев пришел в мэрию Атика ради интервью о плохом состоянии дорог в поселке. Владимир Морозов неожиданно сбежал от съемочной бригады, затем у здания администрации направил свой Porsche Cayenne прямо на журналиста. В этой машине, Porsche Cayenne, сидит глава поселка, который меня чуть не сбил. Сотрудники ГИБДД здесь провели осмотр, протокол осмотра места происшествия составили. Я сказал, что у меня стало болеть колено. То есть, когда он меня ударил, у меня была шоковая такая, ну, какое-то состояние шока, эффект, такого аффекта. Я еще на машину показываю, там даже по съемкам видно, что я вообще не ожидал, что он так себя поведет. И потом меня сотрудники ГИБДД отвезли здесь недалеко, маленький же городишко, в районную больницу. Причем я жаловался больше на левое колено, оно у меня болело. А хирург, ну там вернее врач-травматолог, ортопед, он еще усмотрел, что повреждено правое колено в том числе.